какой интересный с вами район мы попали. Здесь мы еще не были. Во-первых, вот это здание удивительное. Дальше дома. Смотрите, новострой в основном. Аквакуб. Сейчас я вам покажу адрес, скажу. Ой, скользко, ребят, мы на стоянку заехали. Скользко. Так, адрес. И посмотрите, вот что. Здесь ЖК новостройки. Адрес вижу. Вот табличка, адрес. Маршала Блюхера. Проспект Маршала Блюхера, 7. На карте можно посмотреть. Очень скользко, ребят. Скользко-прискользко. Что меня удивляет, что дальше. Посмотрите, вперед. Новостройки. Как интересно, а чего мы здесь никогда я про это не слышала. Маршала Блюхера 9. Вот здесь вот этот дом. Самое интересное, что смотрю на навигаторе, не могу найти, как называется жилой комплекс. Дальше уже другая цветовая гамма. Давайте посмотрим. Так. А совсем вот там дальше, это уже вторичная. То есть постарше дома. Понятно, что это уже тоже построено, сдано и куплено. Это тоже вторичка. Дома поновее. Что это за ЖК? Не знаю. Интересно, да? И вот дальше уже совсем другой цвет. То есть, получается, это разные строительные компании строили. И дом. Так, вокруг нужно обойти или насквозь пройти. Там внутри территории, очевидно, есть. Ветер, ребят, сейчас минус один. Классно, но ветер, не холодно. Но ветер. Знаете, как ЖК называется? Паркуется. И как-то стоит это, знаете, все вроде бы вот гаражи. У нас небо сегодня, попытка голубого. Но уже скоро 4 часа будет. Поэтому темновато. Вот, смотрите, ряд гаражей. То есть это старый район. Гаражи старые вообще, абсолютно. Мы там объезжали с той стороны. И вот вам построили новые дома здесь. Интересно, да? Еще Новый год, еще огоньки не сняли с окон. Еще елки по городу стоят, но, видимо, уже скоро будут елочки снимать. Минус один, ветерок. Лестничные вот эти. Балкончики, выходишь на балкон. Интересно, сколько здесь квартира стоит. Поблизости метро Лесная. Я посмотрела, где-то километра 3-4. Метро Лесная. В пешей доступности минут 25-30. Это все у навигатора, ребят, спросила. Потому что мы не проезжали метро Лесная. Но где-то здесь можно по карте потом посмотреть. И вот там новостройки, новостройки, новостройки. Этот плоский дом интересный какой. Надо будет иметь этот, надо на карте найти этот район, посмотреть, что здесь рядом есть, что здесь есть рядом. Ну как-то, видите, так странно, что очень старые дома и тут же вкрапление новых. Вот старые, там новые, дальше вот дальше я смотрю, старые, такой старый фонд, новые. Не хочу выходить на дорогу, там все едут. И очень скользко. У нас после плюс, ну минус, вы понимаете, да? Это просто гололедица, не пройти, не проехать нигде даже. Вот по мелочам, вот даже вниз туда спуститься, это же я потом, вот, видите, лед блестит. Не пройти. Интересный район. Магазины на первом этаже. Патиссон. Что там какие-то, ну, как всегда. И тут опять вижу корпус С, проспект Маршала Блюхера, 7. Корпус 1 и литр... Нет, С, не знаю. С, а там тоже С? Нет, тут Б. А здесь Б. А магазин дальше? Что за магазин? Сейчас, ребят, может, проедем, потом им покажу. Нашла, ребят, в интернете. Это ЖК Медалист. Блюхера 7. Дальше идет ЖК Ландыши.
вот этот бирюзово-белый, бело-бирюзовый. Так, дальше с этой стороны ЖК «Фламинго». Представляете, вот это «Фламинго», Блюхера 9. По-моему, Блюхера там написано, да, проспект Блюхера тоже, да. ЖК «Фламинго». И дальше ЖК «Город мастеров». Вот это «Город мастеров». Можно зайти на сайт и посмотреть цены. «Город мастеров», «Фламинго», «Ландыши», ну, по цвету, да, понятно. И «Медалист». Это прикол, вот это «Медалист» название, да. Мы с вами следопыт, ребят, все найдем, все узнаем. Но мне интересно, например, сколько здесь стоят квартиры. И какие здесь квартиры. Здесь вообще очень много новостроек. Это через дорогу, ребят. Вроде бы как старая зона. Вот этот плоский дом. И вот опять идут новостройки. Адрес не видно было. На карте можно смотреть, что за район. А, вижу торговый комплекс. Так, вот это еще вот новостроечки. С левой стороны торговый комплекс. Европолис. Понятно. И вот эти гаражи, которые я вам говорю. Вот, вот это гаражи мы ехали. Вот там новостройки остались эти. А это вот через дорогу все новостройки. Адрес плохо видно, к сожалению. Но мы на карте с вами найдем. Карте этот райончик найдем. Значит, здесь есть лишь торговый центр большой рядом, метро «Лесная» рядом. Смотрите, что у нас впереди. Там автосалон. Мы едем прямо с вами. Ребята, нашла сайт ЖК «Медалист». «Лесная», метро «Лесная». Лидер групп, оказывается, у нас застройщик. Можем посмотреть некоторые фоточки. Внутренняя отделка. «Медалист», жилой комплекс. Комфорт-класс, новый микрорайон, высота потолков 2,75, дизайнерская отделка холлов. Кирпично-монолитная технология, благоустроенный двор, детские площадки, зона отдыха, 16 этажей, близость к центру, большие окна, трубы отопления в полу, возможность выбора отделки квартиры, рациональные планировки, включая европланировки. Так, давайте сначала посмотрим на карте, где они находятся. Санкт-Петербург. Здесь у нас приблизительно центр. И чуть повыше центра. Ну, метро «Лесная» это уже понятно нам. Площадь Мужества. Вот метро «Лесная». Вот метро «Лесная». Вот торговый центр «Европолис». «Европолис», который поближе. И вот здесь маршала Блюхера. Приближаем. Приближаем. Вот здесь стоит этот ЖК. И рядом, которые ЖК мы смотрели, «Ландыши», «Город мастеров», «Фламинго» – это все здесь. А потом мы ехали с вами, разворачивались, возвращались и поворачивали вот на эту дорогу. Кушелевская дорога. И вот здесь были новостройки, которые мы видели. То есть, если вам интересно, можно посмотреть. Калининский район. Метро «Лесная» вот здесь. Так близко, да, не так-то и далеко, близко. Калининский район. Проспект маршала Блюхера, 7, корпус 1. На Авито нашла цены, потому что у застройщика уже нет, дом давно сдан, уже несколько лет как сдан. И вот квартира двухкомнатная, 52 квадрата, как раз маршала Блюхера, 7. Корпус 1. И тут пишут «Доля Лесной» 1,7 километра, не 3-4, как навигатор нам сказал. Ну, видимо, пешком поближе. Двухкомнатная, 52 квадрата, 16 этаж, 11 миллионов. Ой, посмотрите, спортзал из квартиры сделан.
Ремонт, видимо, сами делали. Все как-то еще, как будто все после ремонта только. И 11 миллионов за это. Это объявление мне не нравится. Давайте другое посмотрим. Сдам помещение. Там же. Квартира-студия. Это аренда. 24 тысячи в месяц. 28 квадратов. Квартира-студия. 28 квадратных метров. 10 этаж. 24 тысячи. Смотрим фото. Студия за 24. Такая маленькая кухонька. Двадцать восемь квадратных метров. Опять продажа. Тот же адрес: маршала Блюхера, 7, корпус 1, 14 миллионов, 56 квадратов. Здесь уже сделан ремонт. Квартира хорошая. Заходи и живи. А там дальше уже смотри, детская. Балкон, лоджия. Но это дорого, 14 миллионов. 11 квадратов, 15 и 14. Планировка хорошая, квадратура хорошая. Маршала Блюхера, 7, корпус 1, студия, 5 900. 23 квадрата, 5 900. Ну, в общем-то, понятно, что все дорого здесь. Подороже. И студия 23 квадрата, конечно, 5900. Однокомнатная 49 квадратов, 12250. Это вообще. Двухкомнатная 61. А тут двухкомнатная 61 квадрат. 12200. А вот это ЖК «Ландыши», вот это... Город мастеров. Ага, со двора. Со двора фото. Можно и двор посмотреть. А, вот видите, без отделки. Поэтому такая цена. Там с ремонтом такая цена и меньше квартира. А здесь без отделки. ЖК «Ландыши» 13770, ЖК «Ландыши» студия 5415, 28 квадратов. Тот же 7, корпус 2, 10 миллионов 56 квадратов квартира. Блюхера, корпус 2, 7538 квадратов. Ну, в общем, мы поняли. Машина место, Блюхера, 7, корпус 4, 630 тысяч. 58 квадратов 13 миллионов, машина место 500, посуточно квартиры, квартира-студия 6 миллионов, но это уже, маршала Блюхера 7, корпус 3. Ну, в общем, расклад мы общий поняли. Вот такие дела, друзья мои. Много в Петербурге ЖК, короче, знакомимся, узнаем и делаем для себя выводы. Спасибо за просмотры, спасибо за комментарии, спасибо за лайки. Все, что новое, узнаю. Участок 12 соток ИЖС, 1 900 000, коттеджный поселок Кисолово, Юг. Все, что узнаю, показываю вам. Встретимся, друзья, обязательно в следующем видео. Пока-пока.